прекрасное животное. Аппетитные такие бульоночки. Люди любят заниматься мифотворчеством. И слухи о том, что Сингл спит, как Эфикс убивает колени, ну, это просто легенда городская. Так, на минуточку. Все первые велосипеды, ну, вообще первые, которые придумали, они были фиксами. Первый Тур де Франс тоже ездили на фиксе. Фривилов не было. Ну, это так вон, для подумать. Ну и, друзья мои, где же все эти владельцы стрит? Самый что ни на есть сингл спид, а? Куда они все подевались? Нет, все с ними в порядке. Они не инвалиды, они не погибли. Живы-здоровы. Не нужно путать свое, как бы, ощущение коленей с болями в коленях. Вы сели на новый велосипед, у вас изменилась посадка, изменилась нагрузка. Конечно, мышцам надо привыкнуть, в том числе и вашим связочкам. Так что первое, вы почувствуете колени, но потом это ощущение пройдет, если все правильно. Люди, которые играют в баскетбол, футбол, бегают, они же первые пациенты у айболита с ушатанными коленками, убитыми связками. Но почему-то никто же не вздрагивает, когда выходит на пробежку. Причем же здесь фикс или сингл? Откуда этот миф? Берите пример с бегунов, они ничего не боятся. Учитесь у них. Ладно, продолжаем. Несколько сухих фактов. Ну ладно, влажных фактов. Single Speed – это велик изначально с большей физической нагрузкой, ну априори, чем любой велик на передачах. Поэтому перед тем, как на нем ехать, сделай разминку. Полторы минуты всего. Погрей связки, погрей коленки. Даже отбитые сноубордисты делают растяжку. Серферы лохматые, дикие, растягиваются. Ты кто-то такой, чтобы вообще спорить с ними. Делай растяжку и не ной. Третий аспект – посадка. Посадка-то на сингле играет гораздо большую роль, чем на велике с передачами. Более того, она может не совпасть с вашей обычной посадкой. Если болят колени или вы что-то чувствуете нехорошее, поднимите седло, распрямите угол, добавьте мощности, заставьте бедра сильнее работать. Это самая сильная мышца. Вода. 4, да? Вода. Вода, которую ты не пьешь. Пиво лучше, чем вода, водка тоже, да? Короче, не на сингле. Поскольку коленочки-то работают сильнее из-за того, что у тебя нету оптимального отношения передаточного каждый раз, то и о воде думать нужно больше. Потому что межсоставная жидкость — это та жидкость, которая уходит из организма первой, когда ты начинаешь испытывать жажду, а ты ее испытываешь. Так что пол-литра на 20 километров – изволь. Стрепы. Стрепы-то, конечно, стильно, красиво, скрепно. Но, в принципе, пойдут и обычные контактные педали. Обычные православные тапки, не надо никаких там супершоссейных, которые зацепят твои ноги к педалям и снимут сразу сходу 40% всей нагрузки с колени. Фу. Как бабка отшептала. Еще важно тепло. Впереди осень. Что обычно делают? Надевают штанишки. Штанишки надели. Штанишки натягиваются на коленочки. С речным ветром все это продувается. Коленочки холодные. Ну и все. Привет. Все равно, что ездить без разминки все время на холодных коленях. На коленнике. Любые. Хоть из аптеки. Надели под штаны, чтобы внешний слой, который остывает на ходу, убрать от колена. И все. И колено здоровое. Каденс, каденс, каденс. Армстронг наваливал Тур де Франс
с каденсом 110, хотя были люди, которые проезжали на 60. Бегуны выдают 150-170. Ученые, которые запытали пару сотен велосипедистов, сказали, что если поднять каденс 60 до 80, мощность упадет на 15%. Так что, ребят, кручивайте медленнее. А спортивные врачи сказали наоборот. Да, мощность упадет, но нагрузка перераспределится с ног, с мышц на сердечно-сосудистую систему. Так что минимум 80. Друзья мои, минимум 80, и колени будут в порядке. Красота требует жертв. Single speed требует какой-то базовой физической подготовки. Потому что катайтесь вы на контактах или на обычных педалях, у вас нога поднимается. Ну, если техника правильная педалирования, или если просто ноги прицеплены к педалям, хоть на стрепах, надо эту часть ноги качать. Единственное упражнение – это становая тяга, вот ничего больше не нужно. Просто встаете с грузом. Нет штанги – у дедушки гирю в сарае найдите. И все. Люди живут в мире иллюзий. Вот ваше мнение – это ваше субъективное мнение, основанное на вашей личной физике. Кому-то проехать сотку на велике просто кажется нереальным, потому что его форма не позволяет это сделать, и мозг говорит ему, это невозможно. А для кого-то привет в 300 километров – это сложно, а сотка – это вот нормальная покатушка на выходной. Колени, забота о коленях и правильная езда на велосипеде решают, а не сама идея, что одна передача их выносит. Нет, друзья, колени здесь от синглпида не зависят. Крутите на не слегка заниженном каденсе для того, чтобы прочувствовать все зоны. Следующая, седьмая причина. Это езда в группе, когда вакуум вас засасывает. Да, вы можете поставить побольше, покрутить помедленнее и насладиться спокойной езде. То есть, как бы пребывание в теплой ванной. Но я бы здесь очень сильно не увлекался этим. Одна из причин, по которой, это потому, что вы, как я сказал, в теплой ванне. Вы расслабляетесь, теряете концентрацию и повышаете свои шансы где-то прилечь отдохнуть. Но есть другие физиологические причины. Да, в принципе, в группе никто вам долго не даст поставить побольше, да, покрутить помедленнее и покурить бамбук. Следующая, восьмая причина, это когда ты вымотан, изнеможден и едешь на бровях. Практически у каждого, да, наверное, у каждого гонщика есть тенденция к тому, чтобы заламываться. Заламываться – это значит ставить побольше передачу и крутить помедленнее. Я, по-моему, уже кратко упоминал своего друга, с которым мы гонялись в молодости, то есть он не с дивана. И он поехал летап. Я спрашиваю, ну, как проехал, там горка была очень мощная. Он говорит, ты знаешь, а у него лишний вес был, потому что уже возраст, у кого из нас нету его. И говорит, я раза 3-4 просто слазил с велосипеда, садился на обочину и плакал. Потом переставал рыдать, залазил на велосипед, вытирал слезы и опять ехал. Опять останавливался и опять плакал. Поэтому в таких случаях, когда вам тяжело, какие-то угрызения совести, про низкий каденс вообще не упоминаются.
Девятый пункт – это на раскатке, на закатке и когда вы восстанавливаетесь между интервалами. То есть здесь очевидно. Не нужно ставить все, что слева, и крутить 120 оборотов в минуту, показывая где-то в страве, какие вы классные, потому что у вас средний каденс там где-то упадет. Спокойно крутите, расслабляйтесь, отдыхайте. И последний, десятый пункт, это если вы начинающий, у вас все еще впереди, у вас много шансов и времени, чтобы улучшить технику педалирования и поднять свой каденс. Конечно, если вы не триатлет, не будете же вы выбиваться из общей толпы. Хотя, опять же, справедливости ради скажу, что в последнее время и у триатлетов поднимается каденс. Напишите в комментариях. Что я упустил, на каком каденсе вы получаете удовольствие, и посмотрим статистику, кто на чем едет. Есть исследования, которые говорят, что низкий каденс быстрее истощает нашу нервную систему. А как мы знаем, вначале падает, ложится, наверное, нервная система, а потом все остальное. Хотя будущие исследования могут все это опровергнуть. Какой же тогда лучший каденс? Как говорят те же исследования, те же специалисты. Это тот каденс, на котором вам комфортно и на котором, самое главное, вы эффективны. Но об этом более подробно в одном из следующих видео. Услышимся!